лайков, то я сниму еще одно видео. Так, теперь мы возьмем скиталсы и будем их выкладывать на тарелки. Давай, бери лисы скиталс. Да, берем тарелку, берем скиталс, так, отрезаем. Так, лучше всего открыть этот пакетик. И высыпаем его в тарелку. Ну или возле нее. Так, хорошо, давай еще бери, вторую открываем. Нам надо много, чтобы на всю тарелку были эти разноцветные шарики. Высыпай в тарелку, Классно. Так, нам для эксперимента надо будет их разложить все по цветам, по кругу тарелки. Вот, берем их и вот так раскладываем. Для чего, вы увидите, когда мы зальем их водой. Самое главное их не съесть перед тем, как на тарелке все положим. Убираем воды. Вот из крана. Так, набрала, ставь. И что нам нужно сделать? Значит, мы выложили все эти конфетки разноцветные, и нам нужно их наполнить водой. Немножечко. Так, везде по чуть-чуть нальем. Посмотрим. Что у нас выйдет? Красный и желтый. Видите? Расплывается радугой. Так. Ну что, как у нас эксперимент получился? Классный. У нас получилась такая круговая разноцветная радуга. На ней можно увидеть каждый цвет. Такой поплыл и сделал такую круговую радугу классную. Вот такие эксперименты у нас любит делать Лиза. Так, ну что, будем переходить к следующему, да, эксперименту? Да. Хорошо, все, начинаем следующий эксперимент. Ну что, давай нальем теперь в бутылки жидкость. Для нашего следующего эксперимента. Да? Так, наливай. Еще, еще немножко. Хватит. Давай следующую бутылочку. Мы сегодня будем сразу тройной эксперимент делать. Надеюсь, у нас все получится сегодня. Набирай, набирай, давай. Еще, еще. Еще, вот еще, еще, еще набирай. Давай, давай, не жадничай. Еще. Вот так, хватит. И давай теперь третью бутылочку наберем. Третью бутылочку набираем. Лей, еще лей, еще и хватит. Так, поставь все три, посмотрим, вот. Значит, для эксперимента нам нужно вот три бутылочки с нашей жидкостью, чтобы у нас все получилось. Так, хорошо, теперь мы возьмем три шарика, у нас же три бутылочки. Три бутылочки, на каждую бутылочку мы наденем по шарику. Вот. И потом мы попробуем их надуть с помощью бутылочек, на которых мы надели эти шарики. Так, что мы делаем? Значит, Лиза, ты сейчас возьмешь один шарик, поднимаешь его, потом второй шарик поднимаешь, потом третий шарик поднимаешь. И что у нас получится? Они начнут надуваться, и посмотрим, лопнет шарик или просто надуется. Да, ну что? Давай, на счет три. Раз, два, три. Начали. Окей. Вот это шарик. Вау. Давай, следующий. Да, давай. Давай, следующий. Давай, весь, 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 весь,
всем верить. Давай. Давай, давай, высыпай. Высыпай, высыпай, весь высыпай. Давай, 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 высыпай, высыпай, высыпай. Весь, весь. Давай. Классно. И это, третий шарик. Высыпаем, высыпаем, высыпаем. Класс. Давай. Это, знаете, для чего так сделано? То, кто дома сам не может надуть шарик, то мы придумали новую технологию надувания. Берете бутылку и с помощью бутылки надуваете шарики себе там на день рождения, на праздник. Ну что, говори всем пока.